Шанс выиграть автомобиль и 30 тысяч призов получит любой совершеннолетний житель Хабаровского края, который стал участником викторины «Всей семьей 27». Розыгрыш подарков в прямом эфире телеканала «Губерния» состоится утром 30 марта. Как это будет, сейчас нам расскажет Арина Солдатенкова. Почти 400 тысяч. Именно столько анкет обработали волонтеры викторины «Всей семьей 27», и именно столько жители региона будут участниками розыгрыша. Все номера телефонов, указанных в анкетах, перенесли в специальную программу «Рандомайзер». С помощью генератора случайных чисел она определит победителя. Был проделан огромный объем. Было привлечено большое количество волонтеров, которые каждый день переносили данные участников викторины в программу, и уже 30 числа мы ждем результатов. Викторина «Всей семьей 27» началась в Хабаровском крае 7 февраля. В специальных пунктах всем желающим жителям края, которым исполнилось 18 лет, волонтеры раздавали анкеты. В них нужно было ответить на несколько простых вопросов на семейную тематику. Заполненные бланки принимали с 15 по 17 марта. На пункты приема жители приходили целыми семьями. Само звучание акции «Всей семьей» звучит настолько объединяюще. Ведь на самом деле, что самое главное для человека? Это быть счастлив. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Чтобы стать участником викторины, нужно было не только заполнить и сдать анкету волонтерам, но и пройти процедуру регистрации с помощью звонка со своего мобильного телефона. Спасибо за участие. Розыгрыш призов состоится утром 30 марта в прямом эфире телеканала «Губерния». Его ведущими станут Екатерина Шитикова и Иван Засухин. В телевизионную студию приглашены несколько семей из разных уголков Хабаровского края, которым есть что о себе рассказать. Мы ждем в гости семейные династии, дружные семьи, которых объединяет любовь к общему делу. Специально к нам на программу приедет национальная семья из села Бельго. У нас будет весело, мы будем танцевать, петь, играть. Главный приз викторины – автомобиль «Москвич-3». Кто станет его обладателем, все узнают в прямом эфире. Победителю из студии позвонят ведущие. Ему достанется приз, даже если он не возьмет трубку. Для остальных участников викторины приготовили 30 тысяч призов. Это сертификаты в интернет-магазин «Озон» номиналом от 1000 до 4000 рублей. Их обладателей также определит программа «Рандомайзер». Если участнику улыбнется удача, на его телефон придет СМС. Праздничный эфир на телеканале «Губерния» с розыгрышем викторины «Всей семьей 27» начнется в 10 часов утра 30 марта. Арина Солдатенкова, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния».